Привет. Ну, а еще есть Устинский проезд, он тоже проходит здесь в Таганском районе, от улицы Солянка, Яузской улицы, Яузского бульвара, тоже недалеко от впадения реки Яузы в Москва-реку, и проходит он до Большого Устинского моста Москва-реки и дальше до Садовнического проезда. Проезд двухсторонний, движение автомобильного транспорта по три полосы в каждом направлении, и вроде вот по проезду проходят трамвайные пути в середине этого проезда, и движение автотранспорта осуществляется в том числе и по трамвайным путям тоже. Маленький проезд, всего 200 метров длиной, назван был в 1938 году по расположению тоже вблизи набережной, вот, вблизи устья реки Яузы, которая здесь впадает в Москву-реку, неподалеку от этого проезда. Ну, можно даже видеть с моста, как это падение происходит. В 2017 году проезд был реконструирован по программе «Моя улица». Ну, Большой Устинский мост через Москва-реку расположен на пересечении Москвы-реки с бульварным кольцом, устье реки Яузы, над которым находится Малый Устинский мост. И этот мост Большой Устинский соединяет Яузский бульвар с Садовническим проездом, пересекающим водоотводной канал по Комиссариатскому мосту. Построен был в 1938 году, вот, ну и длина его около 500 метров, такой набережный проезд, проходящий под береговым пролетом моста, и выходит он на Малый Устинский мост. Вот. Ну и все, что числится по этому проезду, это насосно-перекачивающая станция Сретенская под номером 1 и научно-исследовательский институт питания Российской академии медицинских наук под номером 2. Работает этот институт с 1936 года, а здание еще конца 18 века. И в нем находился это один из корпусов воспитательного дома, который вот выходит на Москва-реку. Ну и здесь вот один из корпусов, как бы чуть боковой, примыкает к этому Устинскому проезду и по нему, собственно, числится. Вот и все. Ну, особенно ничего интересного здесь нет. Ну, в принципе, бывает стоит. Хороший вид, красивый, кстати, с моста открывается на Москва-реку, на падение реки Яузы, ну и вообще на Старую Москву. Кремль там неподалеку видно. Так. Все можно посмотреть. Приятных прогулок и до новых встреч на улицах Москвы.